уже видно. Странно. Я должна была появиться на 10 секунд в прошлом. Ура! Я, конечно, понимаю, что слегка увидела, но не буду акцентировать внимание только на мне. Вот скажите, например, вы думали когда-нибудь о покупке нового ноутбука? Нет? Да? Каким он должен быть? Что для вас самое важное? Хорошо. Вы можете расслабиться. Я попробую почитать ваши мысли. Наверняка первое, чтобы вы обратили внимание, это дизайн внешнего вида. С помощью отдельных кнопок можете переключаться на настроенные графики и личные видеокарты, что позволит определить, что в данный момент важнее. Долгая работа от батареек и возможность подключения к сетям полевого качества с пункта использованной компании «Йота» в Москве и в нашем городе. Теперь вы можете скачивать тяжелые файлы, смотреть фильмы и слушать музыку онлайн, делать видеозвонки именно тогда, когда хочется перемен, а не тогда, когда для этого есть ваше видео. Я искренне надеюсь, что вам было интересно. Спасибо за внимание. Мне пора переключаться.